Всем привет! Сегодня у нас выходной. Нет ни одной экскурсии, и поэтому мы решили выбраться на рыбалку. Мы сегодня живем в Пензе, поэтому рыбалка у нас на реке Суре. Вот там сзади река Сура. Толя уже свою удочку настроил и пытается поймать рыбку. Здесь у нас такое прикормленное местечко, здесь много рыбаков, и пока мы пришли сюда, еле местечко нашли, на каждых 5 метрах сидит рыбак. Надеюсь, и нам повезет. Ну а красоту реки Суры я вам сейчас покажу. Это река Сура, и сегодня мы здесь рыбачим. Вот какая красота на этих берегах. Ну как, рыбка? Ловится? Нет. Что это? Не хочет. Не хочет? Ну, ты, наверное, рано еще такие выводы сделал. Только начал рыбачить и, говоришь, не ловится. Вон там. Поплавочек. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Чтоб Толя не говорил, что на Суре рыба не ловится. Еще как ловится. У нас хорошая рыбалка. Так, потерял поплавок, ну и ладно. Вон какая Сура у нас красивая. Ничуть не хуже Карамана. Да? На Карамане хоть рыба ловится. Да здесь тоже ловится. Не зря ж тут рыбаков на каждом шагу сидят. Еле место нашли. Вот такой вот здесь берег, весь заросший деревьями, тенистый. В Пензе похолодало, мы наконец-то выбрались из 30-градусной жары, и прям вот пока еще радуемся этому, потому что уже не жарко. Интересное дерево, два дупла целых. Во, какая красотень. И речка. Ну, это я, конечно, небо показываю. Немножко ошиблась не в ту сторону. Вон там речка. О, у кого-то плещется, какая рыбка хорошая. Тут вот недалеко соседи по рыбалке. Я пока не рыбачка. Я пока только сопровождающий. Может, когда-нибудь тоже соберусь и начну рыбу ловить. А вот и трон царя Кощея. А там дальше тоже рыбаки сидят. Ой, сколько много-то. Решили всю рыбу на Суре половить. Очень живописный овражек. Когда-то здесь стоял понтонный мост. И именно здесь мы переходили через речку. Это было самое узкое место. Пока не построили мост такой большой. Пешеходный. Я решила пройти вдоль реки и полюбоваться ее берегом. Такие заросли здесь. Небольшой лесочек. Всю жизнь езжу сюда на дачу, а вот на рыбалку практически никогда и не ходила. Но теперь мы решили изменить образ жизни и будем ходить на рыбалку. О, как тут интересненько.
очень красивые заросли. И то и дело слышу, плещется рыба. А вон там, видите, на той стороне тоже какие-то рыбаки себе местечко подготовили. Но там пока никого нет сегодня. И вон там тоже. Здесь вообще на каждом шагу рыбалка. Прям царство бериндеи какое-то. Петухи поют в деревне. Ну, рядышком. Ну, что только не придумает природа. Дерево свалилось, и все равно растет. Прям лесная нора какая-то, а не тропинка. Поэтому посмотрю, что там творится. А тут чудесная полянка. И прям как шатер деревья. Они наклонились и кронами своими закрыли все от солнышка. А здесь посмотрите, как будто медвежья морда торчит. Так притаился за деревом. Сплошные арки. Здесь как будто специально устраивали какой-то такой арочную аллею. То одна красивая арка, то вторая. И какое классное местечко я тут нашла. Тихий такой бережок. И реку видно всю. Я, как всегда, забываю, что заканчивается река, начинается небо. Снимаю и то, и другое. Вон как красиво. Так здорово здесь. Я у него удержалась, и давай опять снимать. Мне ж медом не корми, поснимать воду, природу. Красиво ведь, правда? Вот. Ну что, речку поснимала, побродила. Пойду к Толе схожу. Посмотрю, удалось ли ему что-то на суре поймать. А вот и тот пешеходный мост, по которому сюда попадают. Ну как дела у рыбака? Да никак. Никак? Ну сегодня, похоже, у всех никак. Тут вот рядом ребят сидят. По-моему, у них тоже никак, потому что они пошли дальше искать местечко. А я там пару местечек уютненьких нашла. А дальше там на лодке. Муж с женой. Прямо они на реке сидят, тоже рыбачат. Наша рыбалка сегодня не удалась. Ничего мы не поймали. Но зато получили удовольствие. Посидели возле речки. В следующий раз... Подышали свежим воздухом. Ну да, подышали свежим воздухом. В следующий раз будем готовиться лучше. В следующий раз пойдем с динамита. Ну, на динамит мы не способны с тобой. На что-нибудь другое. Пошли. Пошли. Пока.